Земля рассветов наполнена множеством рас, культур и героев, удивительным образом уживающихся вместе. Ее история насчитывает множество столетий, и, как любое подобное место, Земля рассвета является неисчерпаемым кладезем захватывающих историй, одну из которых я вам сегодня и поведаю. Приветствую, друзья! С вами рубрика «Истории героев». И сегодня я расскажу вам о Руби, Красной Шапочке. Давным-давно храбрый дедушка-охотник спас маленькую Красную Шапочку и ее бабушку из живота злобного волка, и жили они долго и счастливо. А впрочем, не такой был конец этой истории. Стая волков затаила злобу за это поражение и жаждала мести. Одной темной безлунной ночью новый король волков Хаас напал на деревню. В этой схватке старый дедушка-охотник был убит, пытаясь спасти бабушку. Их растерзали прямо на глазах у Руби, отчего маленькую Красную Шапочку охватило безумие. Огромной косой она разрубила волчьего короля пополам, содрала его кожу и проглотила сердце. Перед глазами девочки до сих пор мелькали моменты счастливой жизни с бабушкой и дедушкой, но она понимала, что прошлое не вернуть. Похоронив родных, Руби отправилась путешествовать по земле рассветов со своей косой. Она дала себе обещание делать так, чтобы у каждой истории был счастливый конец. –